группе Амуаш новая солистка. Долгое время этот girls band пребывал в творческом затишье, но, как известно, оно бывает перед бурей. И вот участница и продюсер коллектива Регина Газиева решила раскрыть нам все свои карты. Я хочу поделиться новостью, что у нас теперь новая солистка, мы теперь квартет, группа Амуаш. А новая солистка Анастасия Клещенко. Да-да, ей стала бывшая участница группы FM. Теперь творить девчонки будут вчетвером, и, как обещают они сами, нас ждет бомба. Мы готовим новую песню, которая называется «Феномен». Музыкальным композитором, который является также Алишер Юлдашев. Скоро вы ее услышите в iTunes. А также мы планируем съемки клипа на эту композицию. Девушки довольно быстро приступили к делу и уже представили публике первые фотографии обновленного состава, которые, к слову, тепло приняли и поддержали жители отечественного звездного мира. Недавно прошла у нас фотосессия в новом составе. Три образа. Постепенно следите за нами в Инстаграм, будем выливать потихонечку фотографии. Горячие фотографии от Амуаш. Ну что ж, мы можем пожелать девчонкам только удачи и творческих успехов. Три красивые и талантливые девушки – это хорошо, а вот четыре – еще лучше. Генеральный спонсор программы «Молл Апорт».